как кулак, короче, к вам. По цепной, по толпе брат, больше. Что ты увидел в тех документах механикуса? Свидетельство величайшей глупости. Объясни. Можешь попросить объяснение у нашего капитана. Сейчас будем просить объяснение у капитана. Капитан, объясни! Покажи тактическую схему города. Капитан! Не сейчас! Адептус Механикус нужно остановить! Что? Активация оружия может привести к катастрофе! Когда ты вдруг стал экспертом в технологиях Механикус? Они используют артефакт, чтобы запитать оружие. Я видел его раньше, на планете Грая. Предатель по имени... Знаешь, Нейрон, кстати, что вот эти гвозди в башке делают? Силы темных богов. Он едва не уничтожил. Это типа выслуга лет, короче. Каждый гвоздь 50 лет. Действие. Вбивает в бошку гвоздь. За... А вот видишь, а у Кэпа один гвоздь. 50 лет всего. Проклятие, капитан, если силы Тит, здесь он старый. Ну да, Титу 200 лет. Больше не желаю это обсуждать. А у этих вообще гвоздей нет. Это вообще типа слабоны. Новенький. Так точно. Тогда спускайтесь и найдите его. Есть те, кто с радостью вернул бы тебя инквизиции. Будь осмотрителен, брат. Ну, сюк. Так, не слушают обыкновенных служивых санов. Что себе на уме? Ну. Так, что там? Куда нам? Куда нам? Достичь. Когда достигнем. Проклятие. После всего, что случилось. Брат, не оставляй нас в неведении. Тебя это не касается. Ты критикуешь капитана за то, что он скрывает информацию, но поступаешь точно так же с нами. Ага. Я уже поплатился за лишние разговоры. Так ты не доверяешь нам? Братья, успокойтесь. Не доверяешь? Ты не доверяешь, да? Ну, не доверяй, блядь. Заметь, реально, этот капитан не договаривает, этот не договаривает. Ровно так же ведет себя. Ой, ебать, лень, прилетел, разъебанно. Да, подбили пацана. Ебать, он садится или... Садись! Ебать, мужикам. Плюхнется сейчас. Получается, хранит. Полетели. На одном дышке. Пошли. Воюет, пацаны. Да эти швы безупречны. Рентгенографический анализ показывает неметаллические включения. Да мой тут, чё ты моешь тут? Насколько разводишь грязь, эй, петух. Ой, видай, лянь. А это... Изучает уже пацана. Больно видеть, как остатки идут в бой в районе прошедшей. Так, чё тут? О, ебать. Снайперская болт-винтовка. Тяжёлая болт-винтовка. Ну поехали дальше. Механикусы изучают всякое. Шмитканикусы. Танки достают. Квадратные время корабли. Пришло. Больше мы не дадим врагу ни... Брат, ты чем-то взволнован. Лишь глупостью и безрассудством. Надеюсь, речь не о нас. Разве вы поклоняетесь амнисии? Тогда я разделяю твое негодование. Слышь ты, нига. Рот закрой. Набрали, блядь. Черножоп. Наш космодесант белый, блядь. Папа еще не хватало тут. Космодесантник. Максимальная нетолерантность. Осуждаю. Нет, не осуждаем. Одобрение. Слуга машины.
Аваракс. Тираниды окружили храм Тарсиан. Путь к спасению моря Салюза находится сквозь их ряды. Проходит сквозь их ряды. Пробейтесь в храм к Магусу и безопасно сопроводите его на несокрушимый. Добейтесь до храма Тарсиан, спасите моря Салюза. Вот храм надо, короче, проникнуть, спасти там Люза, Хуюза. Кто такой этот ваш Морис Люз? Я его не знаю, нахуй он нужен. Пристрелить его, чтобы не мучился. И все. Нет, нету Люза, нет проблем. Далее, Паша, а тут сколько? Раз, два, три. Восемь этих могут быть. Ебать тут стволов. Мы приземлимся снаружи и зайдем со стороны. Опа, и это мы разъебали движок. Фиксируемся. Турбину точнее. Фиксируемся. Что, типа магнитный ботинок? Пилоты там, наверное, охуевают. Все без шлемов, ладно. Копьё Юпитера, докладывайте. Один под на пуля в голову и все. Техники уже в пути. Можем рассчитывать на эвакуацию. Хоть как штаны насрал. Такими большими шагами. Император защищает. Поспешим. Нам предстоит преодолеть немалое расстояние. Добейтесь до купола. Ёбаный стыд. Почему это не стреляет? Зеленый стрел. Тираниды ебашат. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ах ты, блядь! Да шо ж такое? Нормально мы их размотали. Я полхода распотерял. Я тоже. Сучек отбил. А что там за лазеры? Нас стреляют, что пэм-пэм-пэм. Целься в глаз, не портишь шкуру. Зачисти территорию. Танки, огонь, огонь. Ну нахуй. Танк приехал. Он до два. А, тут танк и пушка. Воюет гвардия. Война. Пулеметы сбивают. Вот космодесантник какой-то. Пасуется. Парел, а. Кайрон, хвала императору. Рад тебя видеть. Знакомый какой-то негр русский. Бля, наверное, тоже негр. Просто шлем не сняли. Спроста не же, блядь, братается. Пока твой там, путь на ту сторону заказан.
чем мы имеем дело? Он защищен с тыла, для штурма у нас недостаточно людей. Кадианцы удерживают мост, но несут большие потери. Занимайте позицию у моста. Мы разберемся с ним. Хорошо. Мы отомстим за них, брат. Береги себя. Да, блядь, реально, походу, его брат, блядь, что-то. Парадной какой-то. Как будем действовать? Атакуем с тыла. И это все? Сомневаешься в своих силах, так, брат? Еще нам. Никак нет. Хорошо. Пусть они захлебнутся собственной кровью! Ах ты, гандон. Это я возьму. Петушили. Откуда ты знаешь Форелла? Мы вместе служили в 9-й роте. В 9-й роте. Как? Мы обороняли крепость от орков. Барбос одолел меня и как раз собирался пробить мне голову. Форелл отсек ему руку и забил ее этого зверя до смерти. И заснул ему в очко и под лифт. Дайте хилку, ёпта. Запасаюсь патронами. Ух ты, ёпта, иметь! А? Забьёт! Забил. Поднимайся, брат! Братья, запустил успех скан! Ах ты, ублюдок! Я тебя отомщу. Я в порядке. Идем. На тебе, ублюдок, за то, что меня убил. Ликтор побежден. За это еще контрольный в голову. Трижды. Надо перезарядиться. Эй, баня, ахуй. Реликвию защитную возьми. Реликвия найдена. Тебя убили, тебя пьяниц. Дар преисполненный надежды. Пистолет не хочу. Кто тут? Меняю магазин. Бегали. Кейрон. Ну, завтра в сталкере 2 копа не будет, да? Симулятор же. Ого. Это нам точно понадобится. Собираю припасы. Так-то лучше. Брат, что случилось на Грае? Ничего хорошего. Нельзя ли поподробнее? На Кране? Предлагаю не отвлекаться. На Грае. Ты скрываешь информацию. Ну я знаю, что случилось на Грае. Он лорд подохал с руками голыми. Ты ведешь себя странно. Роешься. Ебал, ему разбил его. Не рассказывая нам ничего. Гадриэль. Мы заслуживаем знать, кто нами командует. Разговор окончен. Суровый дядька, суровый. Ну, запретили. Суровые всякие эти инквизиторы. Стволы. Ну, наружу получается.
с радостью. Встречайте смерть, Ксенос. Разъебано. Опа. Барел, готовь своих людей. Ох, прорвались. Собираемся покончить с нейротропом. Он взмился. Хорошо. Задайте ему. Потрохи бесконечные. Кейран, бери патроны. Не еби мозги. О, и сразу. А это босс, блядь. Выясни. Пошел. А, закрыл дверку, что ли? Ебать, какая лужа сбил. Совесть имею. Мне нужна пушка. А, все, надо пушка. Нормально. Дураки, получается. Ёпты. Заряжаю оружие. Восполняю запас. Что ты делаешь? Как же ты это делаешь? Хотя... Как же он хорош. А у тебя есть чем стрелять, я ебал? Ну, я с пушки... не знаю, сейчас какой-то стреляю ему. Или заряжаюсь. Ебать, волной какой-то ебошит. Блять, ебать. Меня сбили с ног. Там переснят, там плохо. Да, да, бежит. Катама. С нами, брат. Благодарю, брат. Нашел боеприпасы. Бля, где гранат промазал, ты ж надо. Пошла жара. Опа, опа, опа. Пошел нахуй. Пошел нахуй, хе-хе. Ой, блять, у него самого наводящиеся какие-то, блять. Да. Ты думал, что? Я не сдамся, пока еще дышу. Но. На уровень туда убегать. Заряжаю. Так, надо патроны взять. Блять, это волна еще с этот здоровяк ебаный. Блять, здоровяк все-таки переборол. А, ну стой. Еще вот так вот. Пошла жара. Прикройте, я заряжаюсь. Ах ты, гнида. Восполняю запас. Меняю магазин. Ну. Мерзкая амеба. Опа. Давай, остался у него вообще понты. Не сбавляем темп по огню. Опа. Ива. Неуязвимый, короче. И дрила для ебаного. О, вырезаю. Ты успеешь ко мне дорезать? Не, да добей. Долго бегу. Хотя посмотрю.
Да-да-да. Ебало прям. Он ебало прям под струю подставляет. Победа наша, братья. Победа наша, братья. Варел, это Тит. Твои бойцы могут занимать мост. Клянусь примархом! Я и не надеялся снова вас услышать! Присоединитесь к наступлению! А щит не надеялся, ты чё, хуёс? Нам попасть в купол. Охуенный. Копьё Юпитера, мы направляемся к мосту. Доложить обстановку. Повреждения оказались сильнее ожидаемого. Обстановка хуйня. У вас тут другой обстановки не бывает, по-моему. Идём дальше. Война? Опа, стеночку в магазине. И все. Кадианцы понемногу выдавливают тиранитов. Тяжелый бог. Перебор. Мерзкие твари. Некогда радоваться. Надо идти дальше. Опа. Дальше. Ну пошли. Разъебывай. Нет, танки пошли. Танки вошли в город. Ебать, ебать, кто-то рой. Ступай, танковая дивизия наступает. Да, сдохнешь ты. Перегрев, перегрев. Прикоси. Перегрев. Они добегут. Ну-ну-ну-ну-ну. Все, кончился. Добиваем. Заряжаю. О, там эти. Бля, у меня патронов нету на песне. Ты петух. Меня. Сейчас шелся. Ой. Ебать, меня эти мины захуярили. Мины, все, что можно, влетело. Айрон, давай рисай, падла. Ёб твою медь, да что ж такое? Что-то их там-то жестко надо отступать. О, гранат. Кое-что нашел. Эта бомба заложена. А, блять, положил петух. Ты Кайрон там подымет, последний братишка. Да, идет. Прямо спину напихивает. Готов применить особый прием. О. Иди сюда. Дарил тебя. Свободен. На отдых иди. Без патроны были. Это последний. Как далеко до координат Шуза? До купола еще далеко. Тогда надо спешить. Нормально повоевали. Угу. Такая война. Опа. На танке бы поездить, поебашить бы, да? Вообще то было. Сержант, рад видеть. Кадианцы закрепились на мосту, так что я решил предложить помощь. С удовольствием. Залезайте. Крепились, получается. Храм в той стороне. Лейтенант, кадианцы запрашивают помощь. Езжай. Спасибо, брат. Танкиста отправили. Ультрамарины! Гардемарины вперед. Врагу удалось проникнуть под купол? Нет, милорд. Что происходит в храме Тассиан? Купол эвакуирован несколько дней назад. Немедленно вернитесь к основным силам. Нам приказано оставаться здесь. Кто приказал? Капитан Ферберн. Удерживаем позицию до дальнейших распоряжений.
Врагов тут нет. Уходите. У черный что-то подозрил. Я отдал приказ. Простите, милорд. Должно быть, это какая-то ошибка. Капитан настоятельно... Они дезертиры. Нет, мы просто исполняем приказ. Вызывай своего капитана. Если вы дезертиры, я вас расстреляю. Капитан Фэрборн, ответьте. Капитан Фэрборн, ответьте. Опа. Засада. Засада. Ну тебя в ебасосник, долбоеб. Голода. Опа, и чувака разъебали. Все, минус братишка негра. Убейте его. Опа, и портальчик открывается. Ебать. Крутые дяденьки. Тысяча сынов. Братишка негра пошел ебашиться сразу. Брат за брата. Ну нахуй, сынок. А ты сейчас сынок, на тебе тоже сынок. Башку сломаем. Бля, он пустой, покинь внутри. Да, они големы типа, у них нету тела. Внутри там только парповая энергия. Долго рассказывать. Прокляли их, короче. Болтер с ГПшником, кстати, прикольный. Уничтожить еретиков! Покараем их за предательство! Карай. Ну ты еретик. На место пущу. Опасайтесь их колдовских фокусов. Заражение. Заражение. А у сита. Ну нахуй. Акиран на связи. Мы столкнулись с силами хаоса. Ты уверен? Абсолютно. Еретики Астартес и их приспешники. Черт их побери. Люс у вас? Нет. Но мы уже рядом. Отыскать его и вывести оттуда без промедления. Так чего же мы ждем? Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Опа, опа, крутые ребятки. С одними и теми же болтерами и без этого шли. А, дезертира получили. Пацаны хотели жить. Не выбрали жизнь. Кайрон! Не, разбесился. Бешенство, его покусали. За братишку с районом мстит.
отца, брата и два штыля его по. Терминаторная рука. Прикрой, долбоёба. Я сокрушу ваши кости в пыль! Чё? Кто прикрывает? Занять позицию в обороне! Мы прикроем! Кайрон! Он впал в ярость! Он ставит под угрозу всю миссию! От долбоёб, нига! Вот я так и знал, надо брать негров. Отряд. Ты куда прыгаешь? Эти Кайрона. Но. Ах ты петух. Ах ты сука. Заблокирован еретическим колдовством. Это алтарь. На нем метка архиврага. Уничтожим его. Давай уничтожим алтарь. Уничтожим. Я пока полутаюсь. Уничтожить нечестивое сооружение. Ну ног, глаз какой-то лопнул. Артефакт уничтожен. Смотрите, силовые поля разрушаются. Да ты шо? Двигайся к выходу! Клянусь вратами Керы, брат! Ты должен успокоиться! Я не успокоюсь! Лазерная фузия! Пока не уничтожил последнего из еретиков! Попробую. Приказываю перегруппироваться! О, стреляй! Нихуя себе! Прикольно, кстати, через солдатика просто пробегаешь, не лопаются. Первый раз вижу его в таком состоянии. Он подвергает опасности судьбу целой системы! Боеприпасы. Граната взорвалась подо мной. Откуда взялась? Трусливые еретики! Я покончу с вами! Прикольно, это самое. Лазерка, ну надо зажимать, чтобы она выстрелила. Снайперская болт-винтовка. О, интересно. Это мне пригодится. А это как стреляет? На нахуй. На нахуй. Это капленное. На.
на въебососник. Предатели! Стрелял весь боезапас, видел на. На нахуй. На въебасосник. Вот кара за твое предательство. Так, о, слушай, вот петух. На нахуй. Свободен, отдыхай. Ах ты, кинул гранату. Все, патроны покончились. Взял. Опа! Есть, брат. Объяснить. Че? Объяснить, Нига. Объяснить свою ненависть. Объясни свое безрассудство. Предатели в долгу передо мной. И ты умрешь, чтобы взыскать этот долг? Смерть — это мой долг. Твой долг — служить императору. Ты умрешь тогда, когда понял, он чмо. Велит тебе, а не из-за какой-то личной вендетты. А не из-за кокса. Тебе все понятно. Может, это его был партнер? Лейтенант, стоит взглянуть. Может быть, может. Любовничка убили. Это останется загадкой. Эти в космосе они играют новыми красками. Они используют какой-то щит. Быть не лазером бурят какой-то сейф. С такими мы уже сталкивались. Это ограбление. Они генерируют этот щит. Уничтожим их, а потом сотрем мерзких предателей с лица планеты. Так и надо с ними, с мерзкими предателями. Сначала мы их уничтожим, потом сотрем. Похоже, планы предателей раскрыты. Возможно. Разве давай. Они собираются помешать Авроре? Когда имеешь дело с еретиками, все не точно кажется на первый взгляд. Мельтружье взять, что ли? Или не мельтружье взять? Император одарен. Я возьму мельтру, все-таки ружье. Что там плюс? По монстрам. Заряжаю. Собираю снаряжение. Нет. Осколочная граната. Твоя жалкая жизнь прервется здесь. Снял Акирану, что механикус надо остановить. Почему? Артефакт, упомянутый в засекреченных файлах, может быть связан с хаосом. Тогда почему его не уничтожили? Он обладает невероятной мощью.
Они считают, что смогут ее обуздать. И мы отдадим его Люзу, чтобы тот продолжил работу. Таков мой приказ. Куски брони валяются. Что они делают? Это не важно. Убить их! Отсечем им руки и ноги. Я всем хуй отсечем им все. Черти маленькие с щитами такие еще. Я умер. Бать, что тут ебать начинает, надо аккуратнее. Неужели это конец? Некогда отдыхать. Ты недооценил врага. Ой, не судьбе. Да, там все нормально. Лишь ты не победишь, демон. Лишь чтоб враги мертвы. Да не, возьми. Теперь алтарь. Алтарь надо. А, сломать этот глаз. Достаю глаз. Ебашь он нахуй. Ебашь. О, а тут есть что, патроны? Они пытаются взломать ворота. Что себе позволяют? Этот извращенный алтарь слишком большой, видите? Извращенный алтарь. Пилка нужна, чувак? Значит, да. Он может испытывать боли у меня. Ну, я себе представлял, кстати. Сюда. На Т вроде. О, патроны. Я знаку представил, что удобно. О, рамы вернули. Здесь триггер надо подставить. А. Режет, режет лазерометалл. Пошлите. Ну пошлите. Пусть ваше презрение станет оружием. Сломать его. Сломать его. Вблизи нас он усыхает. Тогда держитесь близ алтаря. А? Нужно разрушить чары. Вблизи нас он высыхает, получается. Изюминка засохла. Ох ты. Видишь, это шоковая граната, он взрывает. Куда он съебался? Держать оборону! Рандом. Ебать, меня всадил. А, положил петух. Что, поражение? А чего тут? Все. Раны кончились у тебя. Это же можно умереть, если два раза нужно откиснуть. Ладно. Дубль 2. Оператичка. Это непростое колдовство. Ты ГПшник не пробовал автомат ГПшник? Прикольно, ГПшник очень сильно дамажит. Значит, он может испытывать боль и умереть. Это мне гренка какая-нибудь нужна.
попробовать, может. Шуку возьму. Ребята. С этим я их уничтожу. Гранатомет это болт. Там на скал переключаешься. Он смердит варпом. Пусть ваше презрение станет оружием. Так. Сломать его! Понятно. Но он очень хорошо по толпе ебашит. Тогда держитесь близ алтаря. Нужно разрушить чары. Хорошо, типа, накрывать толпу бомжей. Ты не бомжи. Еретики бросили против нас малочисленный отряд. Покажем, как сильно они просчитались. А нахуй. Вырезание на всех. Заряжаю оружие. Восполняю запас. Кое-что нашел. У него кота ебан. Да, вот эти щитовики порой очень душные. Собираю припасы. Отомстим за Магнуса и его избранных! Полдум только пролетел. Твои слова так же пусты, как твои павшие братья. Зато тебе хотя бы можно пустить кровь. Шрифты пускают, они как мины сбивают. Блять, я откис. Сейчас я что-то встал. А, у меня нарез. Я сразу прожал я. Колдун еретик. Кто это такое? О, колдун еретик. Надо перезарядиться. Танцуем, мы танцуем, это жалко, что ли? Немножко осталось. Вот, патроны будем достать. Ломайте алтарь! Ломай алтарь! Ломай алтарь, шурик! На, нахуй, яйцо какое-то. Класс. Чары разрушены. Лейтенант Тит, копью Юпитера. Доложите обстановку. Копье Юпитера. Ждем у точки назначения. Чисто копье. Император защищает. Всех заебали. Идзинчита, блядь. Копье Юпитера. Терпами. Ждите эвакуации. Вас понял.
Именем Императора, открывайте двери! Бомж выходит так. Механикус, а да. Молодой еще. Речь. Еще много своих органов. Мориус Люс. Я обязан вам жизнью. Идем с нами. Куда? На боевую баржу. Принято, но я должен связаться с Нозиком сейчас же. Нозик уже отъехал. Мертв. Ой. Мертв? Ты его заменишь. Нахуя б ты нужен был? Люс. Люс, давай не тупи. Вот тупой какой-то, вроде. Она модифицируется, а потом ходит еле-еле. Да-да-да. Кино, что смотрит. Приближаемся к барже, стыковка через минуту. Ваш источник. Он опасен. Я изучал его всю жизнь. Уверяю, он безвреден в умелых руках. Гордыня. Гордыня? Зачем Механикус вообще возится с неведомым? Мы лишь следуем воле амнисии. Слушаю. У них и башка больше, что самое интересное. Принято. Типа их, они когда растут, получается, у них и башка больше становится, да? Это нелогично. Если башка больше становится, значит мозг больше становится. Больше века назад. Или как он, типа, он там маленький внутри, что это большой? Ну да, там, наверное, это, знаешь, это обрастает, не знаю, там мышцами. Мозг прячется. Но даже Астартес. Голову у них все равно, мне кажется, маленькие. Но я понимаю, почему они так не сделают. Это нелепо бы выглядело. Прикинь, такой здоровый маленькая башка. Ну да. А по логике башка-то маленькая должна быть, короче. Потому что голову ты не увеличишь никак. Ты стероиды не накачаешь. Тело-то можно, наверное, накачать. Как голову накачать. Цепей понаешь.